Дорогие друзья, рада приветствовать вас вновь на моем канале. Сегодня я хочу с вами поделиться обалденным десертом без духовки, без возни с тестом и без заморочек с кремом. Я уверена, что приготовив его один раз, вы захотите приготовить его. Thank you.
получается мягкий, нежный десерт, в меру сладкий, с ароматом шоколада. Я вам очень рекомендую попробовать такую вкусноту. Всем, кому понравилось это видео, ставим лайки и не забываем подписываться на мой канал.